На эту любопытную Варвару посмотрите. Я копаюсь в телефоне, своими делами занимаюсь, а это лежит и чекирует. Что же мама делает? Ты за мамой следишь, да, Зехрашка? Да? И чё? Что-нибудь новое узнала для себя? Чекистка, чекистка, конечно. Синуля занят весь вечер. Я. А ты чем занята, Зехра? А? Пупсик? Папу замучила? Да? Да, хотела перевернуться, передумала, да? Молодец. Нефига крутиться, вертеться. И так худая. Да, маминя? Да, солнышко? Почему маминя? Как она внимательно смотрит телефон. Зехра, на маму хоть посмотри, не в телефон. Зехра, солнышко. Слишком серьезная, я же говорю, господи, какая серьезная у меня девочка растет. Какая серьезная девочка растет. Ты такая серьезная у мамы. Голову надо беречь. Мама, тебе сколько раз говорю об этом? Видите, второй раз уже аккуратно переворачивается. Ну давай, рассказывай, что тебе мешает? Да, еще что? Ползти хочешь, не получается, да? Ну, рано еще. Получится, не переживай. Все у тебя впереди. И ползти научишься, и ходить. Что еще скажешь? Да, пупсик мамин. Ты мамин пупсик? Она не может такой момент упустить, перед камерой покрутиться. Мои хорошие, сегодня у нас отличная погода, прекрасное настроение. Что может испортить мне настроение? Да абсолютно ничего. Сынуля спит, дочь только что проснулась, и я буду готовить сегодня им пюрешку с мясом. Сегодня у нас будет пюре. А пюре они у меня уже ели. В принципе, нормально все прошло. Посмотрим, как им понравится, с мясом или нет. Я думаю, если обычно пюре поели, то... Картофельное пюре. Дочка капризничает, как обычно. А я думаю, если обычное картофельное пюре они у меня ели, в принципе, с мясом тоже съедят. Картофель я замочила на ночь. Это обязательно. И два мясных шарика. Это им на один раз должно хватить. Отдельно варю картофель, отдельно варю мясо хорошенечко, потом смешаю и блендером. Немножко масла тоже добавлю и добавлю все-таки немножко их смесь. Молоко не буду, смесь добавлю. Доча. Мамина. Зеграшка. Чем ты недовольна? А? Мама, тебе кушать сейчас буду готовить. Ты чем недовольна? А? Скучно тебе одно? Да? Пойдешь с мамой на кухню? Давай, мама, тебя на кухню заберу. Я ее на стульчик посажу лучше. Сегодня пришли очередные... Ай, доча на руках. Сегодня пришли очередные подгузники Гуны. Мы полностью перешли на Гуны. Сына полностью перевела. Дочь еще на этом... У нее еще остались слипи немножко, штук 10-15, наверное. И остальную памперс премиум Киаг, там несколько упаковок. Потом ее тоже переведу обязательно на Гуны. Интересно, что на коробке написано 5-й номер. Я думала, неужели они мне 5-ку прислали?
с нулей четверка, это чуть-чуть большая. А внутри все-таки то, что я заказывала, все четверки. Чем мне понравились гуны? В гунах попка сухая-сухая. Мне очень понравилось, и нет никакого аромата. И по составу тоже. Есть же у нас в интернете сейчас куча блогеров, которые разбирают составы всяких продуктов. Вот они хорошие по составу. А памперсы все-таки, ну, нет. Так, и еще что-то я заказывала. Что я уже не помню. Доча, не мешай, пожалуйста, у мамы ножик в руке. Сейчас я открою сперва. Оказывается, я троечку тоже заказала для дочки. Я даже не помню, видите? Вот такая вот я. Посмотрим, ей подойдет размер или нет. И брала чай. Сейчас. Хумана и Гиджилербитки чай. Спокойной ночи. Травяной чай для деток. Надеюсь, понравится детишкам. И что-то они мне тут в подарок прислали. По-моему, детское мыло жидкое. Что это? Ну, посмотрим. А, нет, это жидкий порошок для вещей, для детских вещей. Вот. Вот так вот. А вот и мы. Собака бывает кусачи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Маму заносит, заносит. Мама вчера очень плохо ночью спала, потому что вот эта вот принцесса не давала спать маме, просыпалась постоянно. Вот так вот. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Обожаю наши советские мультики. Сейчас доча будет есть у меня кашку. Овсяная кашка у нас. И чуть-чуть попозже, через часик-полтора, пюре с мясом. Смотрит мультики. Все, увидела меня. Мультики смотрела, да, мамина? Интересные, да, мультики? Пупсик мамин, моя красавица. Да? Пупсик? Солнышко мое. Боже, в этот день непогоды, почему я веселый такой? А! Играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения. Ты тоже подпеваешь, да? С году. Вертолёте ладно покажет кино. На ладенье поздравить. Папа разве научит чему-нибудь толковому? Ма. Молодец, молодец, певец будущий. Мои хорошие, 2 часа ночи. 2 часа ночи. И я хочу рассказать, как я худею. Что я ем. Точнее, на какой диете я сижу. Я худею вот так вот. Ночью, когда мне захотелось, берется каймак. Это что-то среднее между российской сметаной и сливочным маслом, наверное. Только сладкое, это еще сладкое. Берется каймак, мажется на хлебушек вот так вот. Вот. И берете мед. Сверху на этот каймак, вот так вот, и вкусно-вкусно это съедается.
Вот так вот я худею. Конечно, это была шутка. От этого не худеет, от этого наоборот набирает вес. Но вот так вот я ем. Я проголодалась 2 часа ночи. Я ужинала часов 7, наверное. Естественно, что я проголодалась. Все спят дома, одна я тут как лунатик. Собирала все там за ветками. Игрушки собрала, грязное белье собрала. И так далее. Но ночью работы бывает достаточно. Посуду разложила, которая была мытая. Да, чтобы утром не раскладывать. Вот завтра придет массажистка. Завтра у нас суббота. Ну, уже сегодня, в принципе, сегодня у нас суббота. У меня мерзнет что-то, простите. Я обожаю каймак. Я полюбила его не сразу, не поняла сперва, потом полюбила, и без каймака я не завтракаю. Если в доме закончился каймак, это все. И ем я каймак только вот этот, вот продается он в Биме, люблю именно вот этот, потому что он, ну ладно, просто нравится мне этот, и все. Ты папу последних волос хочешь лишить, да? Kızım kurtar beni bak ne yapıyor bak 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 ne yapıyor bak. Дочки говорят, спасибо от меня. Allah. Allah. Ау. Ау. Aslan. Что ты делаешь, папе? Волосы дергаешь. Зейрашка, а ты что не помогаешь папе? М? Не помогаешь папе, да ты? Аллах. Нет? А? Не хочешь помогать, да? Ой, такая ты хитрая. Аллах. Так баба, Аллах не опил, бак, не опил. Зефра занята тем, что сидит за телефоном. Куда Зефра, куда? Зефрачок мешкуль. Телефон обаки. Аллах. Ай, я тоже застряла здесь. Аллах. Вот так мучают они папу. Он, посмотри, все выдернул, ничего не осталось на голове у папы. Аллах. Даже говорит, это хорошему не научит. Зейрашка, ты так умеешь? Ты умеешь так делать? Да, Бильме. Она еще не умеет. Бас, грузинский же бас. Зато она кушает хорошо, знает за всех. Машалла. Аппетит у нее хороший.